Здравствуйте. Хризантема килеватая, также известная как хризантема поделковая, это яркий, неприхотливый однолетник, который украсит любой сад или балкон. Хризантема килеватая имеет необычные цветки с длинными лепестками, которые собираются в плотные соцветия. Она представлена в широкой гамме цветов, от белого и желтого до красного и фиолетового. Хотите узнать еще больше о саде и цветах? Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. Спасибо за вашу поддержку лайками и комментариями. Это неприхотливое растение, которое легко выращивать из семян. Хризантема радует цветением с июля до первых морозов. Хризантема килеватая идеально подходит для создания ярких клумб и рабаток. Она также отлично смотрится в вазонах и кашпо на балконах и террасах. Хризантему килеватую можно использовать в сухих букетах и композициях. Также есть и особо красивые махровые сорта. При всей ее красоте уход за этим растением минимальный. Хризантема килеватая хорошо размножается самосевом, но агрессором не считается. Посеяв ее всего раз и прореживая всходы от сорняков, вы сможете наслаждаться цветением каждый год до самых морозов. Это яркий и неприхотливый цветок, который привнесет в ваш сад красоту и радость. Ну вот и все на сегодня. Надеемся, вам понравилось видео. Если хотите заказать семена хризантемы, то ссылки вы найдете в описании под роликом. Не забывайте ставить лайки, делиться видео с друзьями и оставлять комментарии. Поддержите нас на других платформах, ссылки на наш канал также в описании. Спасибо за просмотр и до новых встреч!